Полицейские Югры взялись за велосипедистов. Автоинспекторы рассказали о правилах безопасного управления байками. В городах Югры прошла акция «Рули по правилам». Чтобы избежать аварий и травм, детям и взрослым стоит надевать шлемы и другие средства защиты, а еще световозвращающие элементы. Сотрудники ГИБДД напомнили велосипедистам, что нельзя управлять байком одной рукой в наушниках или говорить по телефону без гарнитуры. Также не стоит перевозить груз, если он мешает управлению. Это небезопасно. Подобные акции прошли в нескольких муниципалитетах Югры. Помимо этого, по всему округу сейчас полицейские напоминают и о правилах хранения двухколесного транспорта.